Вот, всем добрый послепраздничный день. Представляю вашему вниманию сегодня обзор готовых, полностью выполненных и заточенных опасных бритв. Тех, которые я делал в последнее время, это вот 4 штуки вот этих вот французского типа и одна штука английского типа, которая осталась в предыдущей тут партийке. Дальше больше. Я вам покажу, то есть маленько нарисовал я тут, как что, по поводу заточки, по поводу камней. И у меня уже есть выводы, результаты. И это будет в следующем видео, потому что у меня листочка с собой сегодня нет, который я вам нарисовал. И поэтому сегодня только обзор. Давайте начнем. Самая лучшая, которая у меня сегодня вышла, бритовка. То есть она лучшая на данный момент. Это вот из предыдущей партии клин. Все клины 75%. Это кость натуральная, белая. Это рог натуральный, черный, в клинышке. Так. Вот так это все выглядит. Идеально собралась. Идеальная заточка. Идеальные формы. Размеры. Ну, в общем, другого слова я не могу подобрать, кроме как идеальное. Даже когда собирал эти бритовки, то есть вот одну соберу, прям вырывается слово, прям красавица. Реально, прям вот вырывался, вот так вот прям сказать, я прям именно так говорил, ах ты моя красавица. Ну да, может подумать кто-то, там он с бритвами разговаривать взялся уже. Кукушка, мол. То есть, ну, реально, реально радует результат. Это просто прелесть, это просто идеал. Хотя меня, по сути, естественно, идеально ровно. И вот здесь вот зажимается, защелкивается. Меня маленько ругают тут европейские человеки, которые меня покупают, потому что, говорят, ты нам ценник весь нафиг убиваешь. Будем что-то думать и гадать. Может, на сайте завышу цену, но для вас она останется прежней, потому что, ну, как говорится, договоримся. Это вот из новой партии французского типа. Это тоже также натуральная белая кость. Давайте быть, если точным, меня кто-то спрашивал, что за кость, чья, мол. Это африканский водный буйвол. Это его же, того же зверюги, черный рог. Рога у него такие вот черные. Ай, я их не открыл полностью. Во. Тоже так же. Собирал. То есть собрал все это вот перед полировочкой. Опять же вырвало слово красавица. И она реально красавица. Хотя заточка, видите, уже не идеал. Как заметят многие заточники. Или кто-то еще любитель таких вот особо ровных заточек. Ну, как же показать? Она, в принципе, более-менее ровная. Она просто как-то отсвечивает так стрёмно. Вот, видите, во, ширина, вот-вот. Но у этой бритовки она просто идеальна. Здесь тоже, нет, она ровная, ровная. Зря я тут говорю. Ровная заточка, она просто шире. И отсвечивает как-то, поэтому, когда правильно, когда неправильно. Вот такие вот варианты. Смотрите сами. Был случай, тут у меня мужик звонил. И сравнивал мои бритвы опять с немцами. Хочу еще раз повториться, не надо сравнивать. Это совершенно другие вещи, это совершенно другие изделия. И они никак не похожи, слава богу, на какие-то импортные варианты. Вот это вот оправа груша, про которую я вам говорил. Штучку одну только сделал из груши, потому что, ну, попробовать сначала надо было. Это вот клен стабилизированный, кап клена стабилизированный. Клинышек для
того, чтобы она не скучная получилась. Иначе она была бы скучной, если я бы тоже ставил из той же груши клинышек. Груши, еще раз повторюсь, древесина, которая не боится там всякой влаги, прочие такие вот, прочие ерунды. Из нее, к примеру, на кораблях делают детали некоторые там, на кораблях, понимаете, да? Которые там не боятся ни соленой воды, ни бурь, ни солнца. Да, конечно, после камеры это стрёмно на телефон снимать. Плывет, все. И резкости, и прочее, прочее. Все доведены на, в итоге, на Гуанси. Не показал. Видите, чуть-чуть не посередке. Но не критично, поэтому оставляю. Вот. Все после Гуанси и чуть-чуть ремешком. Потому что после Гуанси бритье реально такое... Слишком какое-то такое жесткое, что ли, как бы так сказать. Прям, если что-то будет неровное, она обязательно подрежет. А после ремешка уже этого не происходит. И это я вам в следующий раз покажу и расскажу на видео, специально отдельном видео, потому что у меня сегодня, еще раз повторюсь, нет листка. И я не могу вам сказать точно, потому что там все нарисовано, там все показано. Древесина. Ой-ё, как она называется там? Древесина... Это не Мербау. Мербау вот. Я потом расскажу, почему она отдельно лежит. Это Этимое. О. Вот из нее. То есть, которую я не первый раз вообще делаю, эту древесину. Впервые она у меня в работе. Вот такой вариант. Так, давайте я мимо посмотрю. Заточки. Заточка ровная. Если, может, на видео покажется, что она не ровная, это не так. Отблеск он тут дает, она как бы неправильная. Здесь тоже ровная, тонкая, ровная. Вот так вот. Тут уже не придерешься к заточке. Не помню, кто мне говорил, что его так чаще показывал. Вот именно так. Пожалуйста. Не жалко, как говорится. Идеально ровно. Блин. Красава. И та, которая меня сегодня подрастроила, это вот эта бритовка. Она сейчас в оправе из G10, но это ей не помогло. Я так понял, что ошибку я допустил где-то еще ранее. То есть, то ли клинок слегка уведен, ну, хотя смотришь, так стреляешь, нет, не уведен. Может, просверлить как-то умудрился и так. Я не знаю, что я это сделал. То есть, даже вникать уже неохота, честно слово. Была изначально вот эта оправа из Мербау. Из Мербау. Вот, очень приятная такая оправка была. Но я ее нафиг срубил и сделал, думал, сейчас разрулим, я подумал, и сделал G10, но па-ба-ба-бам, страх божий. То есть это я ее просто грел, гнул, хоть что-то, хоть как-то. Это вот такой вот клиночек. Смотрите сами, он весь пряменький, весь правильный, я не знаю, что на него нашло, где я ошибся. Заточка разной ширины, вот здесь вот поуже, у пяточки, но вся доведена правильно, то есть все заточено правильно, все будет брить правильно. Тут, ну-ка, мимо монитора, да, то же самое. В общем, у меня по этому поводу, по этой бритовке, два решения. Я подумаю, у меня есть, то есть, вариант, или ее продать хоть за сколько-то, хоть за какой-то пятак, потому что себестоимость только у железки в районе 12 с чем-то тысяч. Просто заготовки, не шлифованные, ничего. Вот как бы так. Да. Если у меня такой вариант, то есть
не прокатит, хоть какие-то деньги вернуть, то я ее оставляю себе. И я в этом случае буду, конечно, расстраиваться, в то, что я потерял денежку. Я уже расстраиваюсь, конечно, уже не первый час, но не так сильно буду расстраиваться, потому что, если что, эта бритовка уже моя. Так что смотрите, кому интересен этот вариант, вот с такой вот оправой, гнутой. Но, блин, она теперь нормально, ровненько заходит, все заточено, все правильно. Да, пятак, кому не жалко за такую бритву, нет проблем, отдам без задева. Верну деньги, хотя бы особо сильно расстраиваться не буду. Вот, так что пишите в комментариях, звоните, что куда хотите, как вам угодно. Если же она никому не понадобится, то я еще раз повторюсь, она будет моей. Да, Мирбау отличная древесина, кстати, для оправы. Буду дальше ее рассматривать именно для оправы. Классная вещь. Подвел клинок. Что и расстроило, в общем-то. Кто же меня... Ну, неважно, кто-то опять спрашивал. Кстати, по телефону, по-моему, звонили. Когда буду я делать, что еще буду делать? У меня передо мной сейчас лежат вот такие вот варианты. А, давайте покажу. Давно уже, которые вот еще такие вот варианты. Это узкие. Вот такая же, но более узкая. Вот есть такой вариант из дамасской стали. Есть вот такой вариант из дамасской стали. Их раз, два, три, четыре, пять штук. Тоже как вариант, по сути, почему бы и нет. Мне даже вот на такие вот больше склоняюсь на данный момент. Ну, не знаю. Если честно, я пока так уработался, так замотался, что мне просто реально не хочется ни делать ни то, ни другое, и вообще ни третье даже. Вот. Поэтому, как бы, ничего обещать не буду, говорить не буду по этому поводу, потому что это будет бла-бла. Пустое, все может поменяться сотню раз. И поэтому никаких утверждений. Да, кстати, камушек опять не подвел. Гуанси. Кстати, гуанси я потом уже вот узнал, что гуанси есть вот такие вот черные, вот такого размера. Там где-то 200 длиной. И есть рыжие. Вот это вообще есть такие черные какие-то. И вот с такими вот полосочками наискосок. Это тоже другой гуанси. Это не тот гуанси. Это вообще не тот енот. Вот он какой должен быть, полностью черный. Вот так вот. Встречали мы эти камушки с Игорем из Нефтьюганска. Он мне сам, в принципе, их помог найти. Они там где-то по 2500 стоят. Они есть на Ганзе, они есть на форуме бритвенном каком-то там. Если что, вопросы задавайте. Да вам также даже Игорь быстрее ответит, чем я отвечу по этому поводу. Камень очень шустрый, еще раз повторюсь. Очень мелкий в итоге, то есть финиш прям реальный. После 10 тысяч грит на искусственном камне, который тоже очень шустрый максимально, сразу пускаешь на этот гуанси, и секунд через 15 в эту бритву не сможете просто елозить по камню, она уже залипает так, что дрындец. И только уже начинается, что когда вот тащите ее, то есть чтобы вот это сопротивление было одинаково по всей длине кромки. Ну, там же переваливать нужно, тут же улыбка. Вот. И когда все уже сопротивление полностью одинаковое, все, готово. Но об этом еще раз повторюсь подробно, чуть позже. Может завтра, может послезавтра я это выберу момент какой-то и сниму вам видео. Думаю, будет интересно. Это не будет там какое-то учебное пособие для заточников. Заточники все сами знают. То есть, как им правильно, как для них удобнее и что им делать. Это, скорее всего, больше для тех, кто собирается, к примеру, обслуживать свою бритву. И, естественно, много вопросов. Какой камень, на чем, какая последовательность, почему, зачем, вот, и с чем это кушать. Поэтому все обязательно расскажу. На этом обзор считаю закрытым. Появится после этого видео еще вот сколько? Ну, 4, может даже 5, или фиг знает, куда ее пока девать. На вертушке. Так что вот. И буду плавненько развешивать на сайте. Вот, по ценнику еще раз скажу.
не смотрите, если вдруг там где-то что-то прям здорово так подпрыгнуло в цене. Это не для вас. То есть не для вас мои постоянные заказчики, не для вас мои постоянные подписчики. Вот. Это просто так надо, чтобы меня сильно не ругали. Что я сшибаю цены. Потому что некоторые варианты, например, вот такие вот клины. Вот такие вот клины я отдавал. Вот, за рубеж. И там ценник в районе что-то 100 с чем-то тысяч. Поэтому, сами понимаете, я со своей тут двадцаткой им все порчу, всю погоду. Вот. Ну все. На этом извольте отпрощаться. И до самых прямо новых встреч. Потому что я вам буду готовить еще одно видео. До свидания. Спасибо за внимание.